Уважаемые женщины, уважаемые девушки, мамы, бабушки, тети, разрешите мне сегодня в преддверии праздника 8 марта всех поздравить с этим праздником. Женщина, по сути, она всегда украшает жизнь нас, мужчин. И вот сегодня я как мужчина, как руководитель хочу вас поздравить с наступающим днем 8 марта. Хочу пожелать, чтобы вы всегда были красивые, нежные, обаятельные, чтобы вас любили, чтобы вас просто всю жизнь носили на руках. И спасибо вам большое, что вы существуете. Я как мужчина, я всегда любил женщин и буду любить, и боготворить их. Поэтому я как врач хочу пожелать вам здоровья, как врач, занимающийся дерматологией и косметологией. Хочу, чтобы вы были всегда красивы, вне зависимости от возраста. С праздником вас, с наступающим днем 8 марта. Будьте здоровы, и мы вас любим. Дорогие женщины, уважаемые жительницы Амурского района, поздравляю всех вас с наступающим праздником, днем 8 марта. В этот день хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, успехов, любви, счастья. Хотелось бы поделиться с вами радостной вестью. У нас в январе и феврале увеличилось количество родившихся детей на 30%. Поэтому я вас поздравляю с вашим женским подвигом и приглашаю всех наших женщин в родильное отделение. Мы вам рады. Еще раз, здоровья, счастья, любви, веселого весеннего настроения. Дорогие наши любимые женщины, поздравляем вас с наступающим праздником весны, любви. Желаю, чтобы весеннее солнышко подарило вам много тепла, любви, семейного благополучия. Мы вас очень сильно любим. Уважаемые женщины, любви и надежды, добра и внимания. Пусть легкостью все воплотятся желания. Огромных доходов, удачи, позитива. Ведь вы украшение всего коллектива. С праздником! Дорогие наши женщины, уважаемые наши подруги, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с наступающим Международным женским днем. Желаю вам крепкого здоровья, исполнения желания и чтобы в вашей жизни все получалось. Дорогие женщины, поздравляем вас с этим прекрасным праздником весны. От всей души вам желаем здоровья, счастья, любви в этот весенний и праздничный день. Любимые наши прекрасные и замечательные женщины, поздравляем вас с наступающим праздником 8 марта. В этот день от всего сердца мы хотим поздравить вас с этим чудесным весенним праздником. Будьте всегда самыми счастливыми, здоровыми, окруженные заботой и нежностью. Желаем вам успехов в достижении цели, красоты, мира и гармонии. Пусть в ваших сердцах живет любовь, весна и оптимизм. Крепкого вам здоровья. Фитнес по пульсу. Дорогие женщины, девушки, в этот праздничный день хочу пожелать вам любви и быть любимыми. Мы, энергетики, дарим свет и тепло людям. А вы, девушки, для нас, мужчин, являетесь лучиком света в нашей жизни. Дарите нам тепло, уют и любовь. Всего вам доброго, с праздником. Спасибо. Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже. На всей земле для всех людей весна и женщина похожи. Дорогие, любимые, прекрасные, нежные, заботливые, ласковые, работящие, терпеливые, умные, понимающие, и просто самые-самые прекрасные наши женщины. От лица всех мужчин Амурского района. Да что там Амурского района? От лица всех мужчин планеты Земля. Ну и от себя лично спешу поздравить вас с замечательным весенним праздником 8 марта. Международным женским днем. Будьте всегда счастливы, любимы и прекрасны. И пусть рядом с вами всегда будет мужчина такой силы, которая сможет позволить себе любые ваши слабости. Милые, застенчивые, добрые, целеустремленные, деловые, умные, загадочные, неповторимые, уникальные. Какой красочный эпитет не возьми, он обязательно окутает теплом женщину. И от этого тепла она хорошеет, расцветает на глазах. Дорогие, бесценные женщины, пусть добрые, хорошие комплименты звучат музыкой будней. Пусть глаза сияют от внутреннего доброго света, а если и появятся слезинки, то от счастья и смеха. Дорогие милые женщины, сердечно поздравляю вас с самым светлым, самым красивым весенним праздником 8 марта. Женщину природа наделила красотой, наделила терпением, наделила очарованием. Благодаря вам
мы, мужчины, совершаем подвиги. И мы обещаем, что будем также писать в вашу честь картины, ваять скульптуры, покорять вершины. Дорогие милые женщины, от лица Управления гражданской защиты решите поздравить вас с праздником 8 марта. Пожелать всего наилучшего, счастья, любви, весеннего настроения. Всегда оставаться опорой для ваших мужчин, ну и для нас, соответственно, в рамках нашей работы. Всего наилучшего, с праздником! Дорогие женщины, природа наделила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успеха в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким. От всего личного состава войсковой части 3494 и от себя лично сердечно поздравляем вас с самым красивым и светлым весенним праздником, с Международным женским днем. Дорогие, уважаемые наши женщины, позвольте от себя лично, от лица личного состава Амурского пожарно-спасательного гарнизона поздравить вас с этим замечательным весенним праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов, свершения всех ваших желаний, ваших мечтаний, идей. Знаете, вы наш тыл, и от вас зависит очень многое. Всего вам самого-самого наилучшего. Мы вас очень любим. Дорогие наши женщины, от себя лично и от личного состава мужской части ОМВД России по Амурскому району хочется поздравить вас с 8 марта, пожелать вам здоровья, улыбок, весеннего настроения, счастья, ну и чтобы заботились о вас мужчины. Уважаемые дорогие наши дамы, мужской коллектив Управления образования молодежной политики и спорта и мужской коллектив хозяйственно-эксплуатационной службы системы образования спешит вас поздравить в этот замечательный весенний день с праздником 8 марта. Желаем вам хорошего здоровья, хорошего настроения. Мы вас ценим, любим, уважаем. Без вас мы не представляем себе своей жизни. Спасибо за то, что вы не такие, как мы. С праздником, дорогие наши прекрасные дамы. Дорогие женщины, от души поздравляю вас с прекрасным праздником весны. Спасибо вам за то, что вы сподвигаете нас, мужчин, на замечательные благородные поступки, на подвиги. Оставайтесь всегда такими же прекрасными, добрыми и молодыми. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви. Дорогие наши красивые и самые милые женщины, от имени всех депутатов мужского пола Амурского района я сердечно поздравляю вас с одним из самых главных праздников в нашей стране, с Международным женским днем. В этот праздничный день я желаю, чтобы все ваши мужчины зарабатывали достойную заработную плату, могли позволить себе покупать вам цветы не только на 8 марта, но и круглогодично, даря вам цветы, радость и все ваши маленькие шалости. Ну, а как руководитель Дома молодежи, я приглашаю всех вас на красивые, современные латиноамериканские танцы сальса-бачата. Занятия проходят у нас в Доме молодежи. Приходите, танцуйте, учитесь и потом радуйте нас, мужчин. С праздником вас! Дорогие женщины, мамы, бабушки, дочери, подруги, коллеги, разрешите от имени всех мужчин Амурского района поздравить вас с Международным женским днем 8 марта. Карьера, семья, дом. Сегодня женщина блистает во всех сферах. И за какое бы дело она ни принималась, она всегда умеет оставаться настоящей женщиной. Прекрасной, чуткой и великодушной. Мудрецы говорили, нет ничего проще, чем превратить обычную женщину в исключительную. Достаточно ее полюбить. Я желаю вам, милые женщины, быть исключительными, а значит любимыми. Здоровья вам, красоты, счастья и любви. Мир и благополучие вашим семьям.